Всем привет, меня зовут Игорь Педан. С конца 2008 года я пропал из поля зрения в связи с травмой. В шестом номере журнала можете прочитать большую статью о том, как я проходил реабилитацию, как восстанавливался после травмы, какие у меня планы. Читайте мое интервью в шестом номере журнала «Железный мир».